Это религиозные общины, то есть сообщество людей. Не все эти заблуждения, они ковали нахуй. Журналист делает себе некую... Не для публикации. Корабле, конечно, ни разу не приходилось, тем более ни разу не приходилось на Каспии. Что я могу сказать? Вкусный Каспий, вкусный. Мне очень чуть-чуть не потонули. Я весь вымок. Адреналин. Что-то ощущение? Да, не все, вся жизнь пробежала. А, вообще классно, но нас явно пожалели. Огромное спасибо Министерству обороны. Приглашайте еще, обязательно еще раз приеду. Искус — это уже что-то такое, что нельзя пропустить. Хотелось бы остаться еще. Опять же таки, было все организовано. То есть такие задания выполняли, да, и погружались с аквалангом, и борокамера. Это незабываемо просто, вот честно. Хочу выразить огромную благодарность Министерству обороны. Это действительно такой замечательный подарок ко дню журналистики. Мәселен, әскери теңіз күштерінің біз Қазақстанға қаншалықты керек екенін, ол кісілердің жұмысына қаншалықты қиынды екендігін, ол кісілердің қаншалықты тынбай, еңбектеніп, осы Қазақстанның тыныштығы, Қазақстанның қорғаныс үшін жұмыстап жатқанын көрдік. Және де мақтанышпен Қазақстанның осындай теңіз, әскери теңіз күштерінің өте қарулы екенін, қуатты екеніне біз көзімізді жеткіздік.